На этой неделе силовики отрабатывали задачи по розыску и задержанию условных террористов среди пассажиров железнодорожного транспорта в самом Артемовском и его окрестностях. В объединенную антитеррористическую группу всего вошло более 200 человек. Это сотрудники УФСБ, ГУ МВД, УТ МВД РФ по УРФО, руководство Свердловской и Артемовской железной дороги, МЧС по Свердловской области, территориального центра медицины катастроф. На заключительном этапе учений отрабатывались действия по освобождению заложников, нейтрализации террористов и ликвидации теракта. На станции Егоршина был захвачен вагон электрички с 20 условными заложниками. Условным пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Руководителем оперативного штаба все действия по взаимодействию и контртеррористической операции получили оценку «хорошо». Проведенные учения показали о готовности оперативных служб предотвращения террористических актов в случае возникновения данной угрозы на территории Артемовского городского округа. Все оперативные службы в установленное время прибыли на место, произвели оперативную развертку и приступили к выполнению нейтрализации возникшей опасности. Замечаний по проведению мероприятий не возникло. Учения были организованы, значит, главным управлением ФСБ. Они являлись организаторами и основной, значит, организационной направляющей силой. Мы принимали активное участие в данном учении. Учения были посвящены, значит, отработке взаимодействия всех сил и структур правоохраны, значит, медработников, других структур, МЧС, в части, значит, освобождения, проведения операции по освобождению заложников, оказанию помощи и минимизации последствий терактов. Результаты, значит, руководителем оперативного штаба признаны все действия по взаимодействию и проведению контртеррористической операции, значит, с оценкой «хорошо». Учения являются плановыми.